Здравствуй. В чем дело? У меня есть еще пара вопросов о Моркварде. А что это за Моркварг? Никогда не слышал о таком чудовище. Ничто. Кто? Самый гнусный человек из всех, что знал Скеллиги. Для него не было ничего святого. Он нападал на земли собственного клана, брал золото Нильфгаарда, убивал беременных, а детей... Ну, таких полно. Говорили, что боится он одного — гнева богов. Моркварг решил доказать всем, в том числе и самому себе, что это не так. И приплыл на Хиндерсфьяль, чтобы ограбить рощу богини. Это было много лет назад. Верховная жрица Ульвы встала у него на пути. Он вонзил ей нож между ребрами и бросил в грязь. Перед смертью жрица наложила на него проклятие. И Моркварг превратился в чудовище. Похоже, встречал я этого Моркварга. Он волколак? Не знаю. Я никогда не видела его. Жаль. Я надеялся, ты о нем что-нибудь расскажешь. Мне бы это очень помогло. Поговори с Тордером, сыном Эйнара. Он был в роще, когда туда ворвалась дружина Моркварга. Видел все, что случилось. И единственный из паломников ушел живым. Он поселился в Ларвике. Он на пристани должен быть, если в море не ушел. В объявлении, которое я прочитал, не было ни слова о проклятии. Все местные о нем знают. Может и так, но я не местный. Хотелось бы узнать побольше. Верховная жрица Ульвы наложила проклятие. Это я понял. Оно приковало Моркварга к роще на вечные времена. Даже если его убивают, он возвращается. Прощай. Да защитит тебя богиня от всякого зла.